Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hardress.info. Перед нами Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве включить автоповорот экрана. Для этого по правой части нашего экрана мы свайпаем вниз. Свайпаем еще разочек. И здесь видим пункт автоповорот экрана. Если он горит вот таким вот оранжевым или синим цветом, он включен. А если он называется альбомная или книжная ориентация и горит серым цветом, значит, что он выключен. Нажимаем на этот пункт, и он включается. Можете пролистать в сторону, если у вас здесь нет ни пункта автоповорот, ни альбомная, ни книжная ориентация. Здесь может быть. В крайнем случае нажимайте на плюсик, там сможете себе прям 100% добавить. Больше видео об этом устройстве смотрите у нас на канале. Подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.